Всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу вам интересную самоделку из вот такой вот гаечки. Идея, буду честен, не моя, присмотрел ее у своего знакомого. Пользуется, доволен, решил взять и себе на заметку изготовить, заодно и вам рассказать о ней. Смотрите, что получится. Для начала зажимаем в тиски. Керним и делаем отверстие. Отверстие сделали. Теперь зажимаем ее. И максимально, насколько возможно, убираем внутри резьбу. Получается примерно вот так вот. Резьбу, как видите, внутри практически сточил в ноль. Осталось немножечко, только видно канавку, где она была. Теперь снова зажимаем в тисках отверстием, которые мы проделали кверху. После чего необходимо нарезать резьбу. Резьба нарезана. Сейчас вот эти все заусенцы немножечко подправим. Чтобы они нам не мешали. Здесь все закручивается, ничего не мешает. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же это получилось. Нам потребуется дополнительно вот такой вот винтик, который будет закручиваться вот сюда. Получили мы своего рода ограничитель. Если вам нужно просверлить отверстие, вы заблаговременно можете вот таким образом закрутить его. И, пожалуйста. Дальше вот этой вещи вы не уйдете. Возьмем вот такую вот фонарку и установим глубину, чтобы она не прошла насквозь. Ну, пускай будет наполовину. Как вы видите, отверстие сделано ровно настолько, насколько выставлен ограничитель. Поэтому, пожалуйста, кому понравилось мое видео, пользуйтесь такими приспособлениями, которые будут вам облегчать вашу работу. Всем спасибо, всем пока!